Всем привет! Ну, давайте пойдем дальше. Хватит гонять по двору Леночку, которая что-то не хочет сидеть рядом с нами. Ну ладно. Да. Да, я помню это место. Вот, собственно, наш самолет. Может быть, здесь можно было как-то его проще спуститься, не знаю. Looks like it's a straight shot from here. Yeah. I'm gonna climb to the top, then I'll help you over. All right. Keep me covered. Okay. Hey, what are you two? Helena, listen. Oh, damn it! I knew you would try something like this. Don't. Please. Let's be honest. This is a million to one shot. When I almost lost you before, you're not gonna. I just can't do that again. So take that Jeep over there and get the hell out of here, all right? While you can. You haven't got much time. Go. Не успели. Зря только Леночку отшили. Так, ладно. У нас мало времени. Самолет-то взлетает. Ха-ха-ха! Ай, вот здесь вообще адовое место. Здесь можно умирать просто нон-стопом. Знаете почему? Да потому что нету здесь нормального никакого варианта, как пробежать. И, честно говоря, я всегда на какую-то халяву, что ли, пробегал здесь. Особенно здесь ад творится на крашинге, вот. Но если вы добежали хотя бы до сюда, уже хорошо, потому что будет чекпоинт. Все-таки решил вернуться, да, и убить его. Ну что ж, все не так плохо. Чей-то багаж пострадал. Упс, по-моему, у нас проблема. По-моему, мы не успеваем. Что мы без тебя, Леночка, делали? Отчаянный ты человек, Дрейк. Ну что ж, мы на борту. Нет, чтобы сидеть здесь, пока он не приземлится. Мы же летим в правильном направлении.
Зачем нам вот сейчас карабкаться куда-то? Ну вот. Собственно, о чем я и говорил. Ау. Ну, типичный брут. Ничего, в принципе, не меняется в том, как мы его мочим. Единственное, что он сюжетно не хочет умирать. О-оу. 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 Ляпота. Какая красота, а? Вот этот вот уровень с самолетом, он после корабля является вторым таким визитным. Визитной карточкой третьего Uncharted. Ты стреляешь, дебил. Спасибо. Надо бы нам как-то, наверное, побыстрее бы забраться. Что-то мне подсказывает, что эти тросы долго не выдержат. Нет, 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 Дрейк, Дрейк, Дрейк! Твою мать! Это залипание к стенам порой просто вымораживает. Ой, по-моему, мы горим. Я, честно говоря, не специалист по технике безопасности, но, по-моему, если самолет горит, это, наверное, не очень хорошо. Правда? Да что ж такое? На ровном месте три раза убили, это плохо. Опа, ага. Да-да. По-моему, чуваки, у вас разгерметизация там. Вы бы что-нибудь предприняли бы, что ли? А, нет. Походу, у нас у всех здесь разгерметизация теперь. А, это была уже игра. Ой, простите, я растерялся, засмотрелся, так сказать. Мне это, если честно, сейчас напомнило немножко Saints Row. Если играли в третьей, может, помните там первую миссию. С безумными выкрутасами на самолете. Ну-ка, парашютик-то, а? Опа. Как тебя не оторвало от твоего ящика, Дрейк? О, thank God.
В общем, мы посреди пустыни. Как, наверное, можете догадаться, это не очень хорошо. У нас еще песок остается. Только вода и снег. Чувак, ты не хочешь поискать трупы? Может быть, у них есть фляги с водой? А вот тут уже начинается игра. То есть, вот сейчас он идет, потому что я иду. И да, этот уровень с пустыни тоже является одной из такой визитных карточек третьего Uncharted. Ребята специально ездили в пустыню, чтобы в точности воссоздать в игре картину, которую можно увидеть. С моделью того, песок сыпется, как эти вот клубы пыли и песка летают. Чё, ты не хочешь спускаться? А чё ты? Да ладно, спускайся. Он не хочет. Ну ладно. Бог с тобой, не хочешь и не хочешь. Hating the sand. Okay. So hot. I just find some water. Some water, if we could. Обалденно здесь. Такой великолепной пустыни вы нигде не увидите. Даже в Джорни. Oh, thank God. Bring it on up. I don't care if it's cold or not. God damn it. Высох колодец, чувак, высох. Shit. You gotta be kidding me. Не знаю. Ты мне скажи, гений. Ты ж свалил. От самолета, даже не попытавшись найти какую-нибудь флягу или еще что-то. Where are you, Sully?
Okay, this is Orion. This is a Big Dipper. Shit. Should have been in the Navy. Для человека без воды он продержался просто не слишком долго, я бы сказал. I'm talking to him. I'm exhausted. Сали, пальма. My God. Да у нас тут мираж, походу. Мираж. Just keep going. Just keep going. What are the roots that clutch? What branches grow out of this stony rubbish? Wait a minute. Son of man, you cannot say or guess. Wait, is that the... For you know only a heap of broken images. It's the well. Where the sun beats and the dead tree gives no shelter. The cricket no relief, and the dry stone no sound of water. Да-да. Мы вернулись. Damn it, I've been going in circles. Shit! Мы в заднице. Damn it, Nate. Stupid, stupid, stupid. Under this red rock. Come in under the shadow of this red rock. Да иду, иду, иду. And I will show you something different. From either your shadow at morning, striding behind you, or your shadow at evening, rising to meet you. I will show you fear in a handful of dust. Так, это уже вторая ночь, да? То есть, может, двое суток в пустыне. Блин, тут холодно ночью-то. Такой вот, да, необычный уровень, где нам, в принципе... Ничего они не дают-то, кроме как идти, идти и еще раз идти. Нейт! Нейт! Sorry. Wake up! Help me. Come on, give me a hand. I'm looking for you. Couldn't find you. I don't know how long I've been out here. But I think... Sully? Sully? Еще слишком рано помирать, Нейтан. Слишком рано. Ну давай попробуем. Еще разок, это уже третьи сутки. Блин, без воды третьи сутки в пустыне, но это уже фантастика. Sorry.
I'm coming, Sully. Almost there. Это вот уже не похоже на мираж. У нас появился шанс выжить. Через этот бархан сейчас переберемся и там внизу. Да нет, это не мираж. Это за мертвый город. Так вот, да. Час от часу не легче. Но, может быть, что-то можно здесь найти. Какой-нибудь колодец. Что-нибудь, вообще хоть что-нибудь. Молодец. Как он ноги не сломал. Как что я выпилась она? Не питьевая. Так, ладно. Что, где мы тут можем залезть куда-нибудь? Оп, оп. There's gotta be something useful here. У нас оружия нету. Вообще. Окей, need a gun. Ага. Да нет, спрячься. Блин, здесь тоже... Ай, такой не... Дурацкое место на самом деле. Man. The hell are Marlo's been doing? Че, гранатами кидаются? Ну, все сложно, короче. Блин. Бежим, 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 бежим. Вот тайм. Ага. Тварь. Блин, шотганщик. Сука такая. Ладно. Нас почти удалось. Так.
Видите, тут так аккуратненько. Херово ты кидаешь. Этот хорошо кидает. Угу, теперь он еще и выбежал сюда. Oh boy. Ну, вроде справились. Каким-то чудом. Нет. Давай-ка ты автомат поставишь себе. Лучше поищем к нему патронов. Они должны здесь быть. Oh, thank God. Давайте графику возьмем. Прикольный. Кричат там. Ну, здесь достаточно такой напряженный будет город. Не то чтобы очень сложный, но парочка мест будет таких, что вот запросто могут и убить. Ну давай. Я ж вижу, ты хочешь высунуться. Тронов снова нету. Ну давай, ты уже решишься. Ты выходишь или... Блин. Надеюсь, я сделал выбор за тебя, чувак. Тут ты меня достал своей неуверенностью. Must have been sent to look for the plane. Да-да. Чуть-чуть не успел. Чуть-чуть! Твари. Так, где же меня зареспавнят? Ну, где-то уже поближе. Иди погуляй. Молодец. Ты молодец. Да все вы молодцы вообще. Хорошие ребятки. Жаль, померли. Так, что у нас тут еще осталось от них полезного? Потому что патроны нам пригодятся. Впереди это я вам
точно гарантирую. Так. Нам подсказывают, что вот эти вот колонны с красными досками ломаются. Но не стоит увлекаться. Лучше всего, конечно, не ломается еще не помощнее, например, с базуки. Слышь ты? Стрелок. Damn it, I'm trapped down here. Ворошиловский. Сейчас. Ну. Камон, мне жалко патронов. Ну ладненько. Сработало. Окей. It's gotta be a way out of here. Да, по-любому будет, не волнуйся. Что-нибудь точно будет. А ну-ка. Иди вниз погуляй. Вообще снайпер. Ох, впереди место нехорошее. Много там врагов будет. А нет, не снайпер, это у нас, по-моему... Чувак с магнумом, если не ошибаюсь. Ну... Что ж, знаете, что я вам скажу? Давайте вот это вот местечко... Вот это местечко впереди. Оставим на следующую серию. А сами... Здесь прервемся. Там, да, такое местечко, что придется подбиваться. Жесточенно. Зато потом начнется новое веселье. Потому что не все так однообразно. Как видите, третий Uncharted вообще разнообразный на геймплей. И впереди нас ждет еще больше разнообразия. По-моему, это была великолепная серия. Шикарный уровень. Один из лучших в третьем Uncharted. И впереди тоже будет что посмотреть, поверьте. Что ж, спасибо за просмотр. Ждите следующей серии. На сегодня все. Пока-пока.